Относились по-разному. Молодые бабы подъегоривали, там подколоть хотели как-то их товарищей. И вот такой песни пели. Пасха у них. И на Пасху они пекут хлеб полудень. И вот этот полудень едят только птицы, а взрослые люди и вообще, в принципе, люди его не едят. Кто съел, значит, скоро отправится, ну, к предкам. Вот про это песня.
нас здесь есть девочка и мальчик в голубом. Мы просим вас прийти к нам, чтобы песни петь. А Лина Черкова в голубом и Руслан Ильясов в голубом. Ах, эти люди в голубом напоминают море, да? Сейчас споем. В эти дню-то и вечером стоит. Ну, тогда не будет. Это духовный стих казаков Некрасовцев. Казаки Некрасовцы – это особые люди, которые живут у нас здесь, на Ставрополе. В частности, здесь недалеко. Я думаю, если они нас услышат, они нас не сильно похвалят. Потому что гитару они не используют серьезно в своих песнях. А мы начали баловаться. Ну ладно. Yeah.
следующую песню, вот это вот, Руслан, мне надо отключить на гитаре. Можно? Давайте, лодочка. Плыла, плыла, плыла,
сейчас по шаманим немножко, да? Такая история. В нашем случае они постоянно какие-то странные у нас песни. Про смерть, то про радость, то про радость, то про смерть. А сейчас будет песня про то, как девочка ходила к реке. И что из этого вышло? И вышло ли? Чтобы сыграть нам галочек.